Всем привет! Это видео сборки брудера. Собственно, вот чертеж, по которому мы все это собираем. Чертеж будет в описании под видео. Смотрите, скачивайте, делайте так же, если нужно. Общая высота его 1,80 м, грубо говоря. Приняли решение сделать его с металлического каркаса, не дерева. Цены, конечно, не считали, но металл быстрее ускорит процесс сборки. 4 как бы опоры направляющих и каркас под сетки. Уголки такие поварили. Соответственно, это ноги у нас 20-го сечения квадрат. Продольные, поперечные 15-й. И с 20-го навариваются уголки, чтобы можно было 15-й вставить, его зачищаете. Пока что это начало. Внизу приделали ноги, чтобы можно было регулировать высоту, по уровню выставить, если будут неровности. Такая вот конструкция удобная. Две гайки и резьба, ось посередине. Внизу тоже гайку приварили, ключом крутите, отрегулируете высоту, которую нужно. Собственно, теперь здесь будут пруты навариваться, как бы жесткость для сетки. Сейчас тоже это покажу. Клетку перенесли, будем варить пруты. Дополнительная жесткость, чтобы сетка, которая будет наверх прикрепляться, не проваливалась от веса бойлера. С шагом 20 сантиметров, 10-й диаметр сетки. Этого я в чертежах не указал, но имейте в виду. Пять прутов на каждый ярус. В итоге 10 прутов нарежете, и будет вам дополнительная жесткость, надежность в том, что сетка не будет прогибаться, если вы будете мясных пород держать до месяца в брудере. Сварили усиление для сетки. Получилась такая вот двухъярусная кровать. Теперь делаем направляющие для поддонов, которые будут находиться в нижней части. Доделали направляющие, усилили их, чтобы дополнительная прочность была, не проваливались, не прогибались под весом поддонов. Шлифанули, чтобы не мешалось сетке наверх, когда будем ложить. И сейчас будем улаживать сетку. Увяжем ее. Сетку закрепили вот такими полосами из нержавеющего листа, вырезали ножницами. Обворачиваешь вокруг уголка и плоскогубцами зажимаете. Таким образом по всему периметру и также на вспомогательных позакрепляли. Получилась такая прочная конструкция, не прогибается. Все видно хорошо. Вес бройлеров месячных 100% выдержит. Вверху получается, сам брудер будет 50 сантиметров. Это где-то вот здесь он будет заканчиваться. А это ножки придумали. 20-й уголок, это 15-й, по-моему, на саморез. И также сама клетка выше, 20-й уголок, и она будет одеваться в 15-й. Таким образом, брудер будет двухэтажный наш разборной, что, собственно, удобно. Даже занести в сарай или в любое другое помещение составить. Замеряем каждый проем и зашиваем это USB-шной плитой. Вот мы уже вырезали кусок. Этот кусок пойдет на бок. Вот видно. Он полностью будет закрывать первый ярус брудера. Дальше таким же образом зашиваем все два яруса.
Закручиваем саморезами по металлу двадцаткой. 10 у нас USB, и чтобы уголок была резьба, как раз там 2 мм где-то цепляется за уголок и не дает доске обратно уйти. Дозашили верхнюю часть брудера уже. Аналогичен нижнему. Уже вырисовывается красивая картина. Из вырезанных планок из доски набиваем по квадрату. Тем самым создаем своеобразный каркас, чтобы можно было набить еще раз крышу. В углах такие вот уголки. А здесь напрямую ДСП прикрутили, а с другой стороны просто шлифанули болгаркой. Смастерили вот такие вот крючки, двери. Крючочек открыли на две половинки. Дверь на завесах. По два завеса. Потом мы еще в этих окнах вырежем отверстия, будут они смотровыми, их можно будет или стеклом, или поликарбонатом чем-то заделать. Собственно, крышку верхнюю уже накрутили, но это мы ее просто наживили, и она будет еще сниматься, потому что нужно будет клеить под низ ленту инфракрасную, которая будет обогревать все это дело. И еще нужно будет ставить паяльник. Вот эти планки, вот, по которым будет ездить, собственно, сама поилка. Прошло определенное время, приделали мы уже дверцы, так же самое с крючками, вырезали отверстие, сюда будем вставлять поликарбонат или стекло. Сделали вот такие вот поддончики, погнули с нержавейки, загнули, скрутили, получились вот такие вот интересные поддоны. Очень удобные. Вырезали здесь отверстие. Здесь будет у нас паение. Отверстие под кормушки. Верх обклеили пенопластом для улучшения теплоотдачи и инфракрасной пленкой. Обклеили. Пленка метровая. Пришло то время, когда мы его уже наконец доделали. Что мы сделали за этот период? Доделали электрику. Терморегулятор уже завели, который будет включаться сюда. Это нагрузка уже от лент. Лента на второй ярус, лента на первый ярус. И, соответственно, все к одной вилке. Это смотровые окна, пока тканью заделали. На другой стороне видно, что сетка. Паение вот такого вот образа. На подвесе залили. Пошла вода на первый ярус и, соответственно, на второй. Отверстие под кормушки заделали оцинковочным листом. Вот эта сетка, за которую я сказал. Летом, если будет жарко им, а жарко будет, поэтому можно будет открывать спокойно. Вот он, термодатчик, измеряет температуру. Лампа, поилки. Поилочка, действие от ее. Курочка подошла, нажала, водичка потекла. Все. Вот и весь принцип. Кормушки, соответственно, вид снутри. И лента обогревочная. На этом у меня все. Кому было интересно данное видео, обязательно отпишитесь в комментарии. Подписывайся на канал. Ставь лайк под видео. Можете доработать что-то, сделать по-своему. Можете сделать точно такой же. Данный проект имеет право жить. Он полностью автоматизированный. Очень удобно. У меня все. Всем пока.